И всем привет, мои дорогие зрители моего канала. И сегодня я вам покажу, как трейдиться в стандов. Имеется в виду, как не трейд. Ну, короче, сейчас я вам все объясню. И этот трейд будет с помощью автокликера. Ты, короче, либо фармить дофига колды. Короче, скачиваем вот этот автокликер. Ну, короче, вот вы видите слева вот тот автокликер. Вот мы на него нажимаем. Вот, допустим, вы скачали, да, его. Смотрите, нажимаете включить. У меня вот уже есть, там будет у вас тоже нажать. Короче, вы создаете новый, вот видите, бывает перезагрузить. Вы берете, перезагружаете. Вот, заходите вот сюда. Вот тут берете. У меня уже он вам надо будет включить его. У меня уже включенный, и иногда будет вот так перезагружать. Вот так включил, выключил и включаешь. Потом так выходишь и все. И теперь мы включаем его. О, все работает. Смотрите, сейчас вот он будет трудно, да, допустим, его сейчас трудно будет, короче, типа, переместить, все такое, короче, просто нажимаем вот эту кнопочку, вот эту, сейчас вы видите, вот на экране, вот обвел, вот, вы видите, нажимаете на нее, оп, и все, все сворачивается, а если опять хотите развернуть, вот сюда, оп, а если хотите его убрать, видите, итак, вот мы уже на моем аккаунте, я скажу так, я очень долго заходил, пришлось перезаходить, заходить, короче, что не так было, вы, короче, если что хотите, добавляйте меня в друзья, вот мой IT, короче, так как вы хотите. Короче, советую вам трейдиться, это вот сейчас это все мои просто скины, я просто их, это, короче, как, короче, смотри, советую вам трейдиться на калаше карбон, потому что всегда я на нем трейдюсь, я вдруг мы пытался на этом, на вот этом АВП пытался он делать, не получилось у него, а вот на калаше у него получилось, смотрите, что мы делаем. Мы берем, нажимаем только мои запросы. Это обязательно надо сделать. Обязательно. Теперь, смотрите, мы автокликер открываем. Вот у меня уже все вот есть, да? Смотрите, вы нажимаете на плюсик. Вот он, плюсик у вас. Нажали, да? У вас появился вот номер один. Вы ставите его на продажу. Вот, вот он. Вот, вот он. Вот. Изменить цель номер один. Ставим 10 секунд. Ой, 100 секунд. Да ничего страшного. Это так уже будет все поставлено. Продать. Второй ставим на... Какого? Ну, на сам калаш, который вы продаете. Потом третий на выбрать. Вот третий. Четвертый. И ставите 1000 миллисекунд. Знаете почему? Когда открывается клавиатура, видите, она со временем открывается. И теперь вы ставите вот эту пятерку, ставите на какую цифру хотите вы поставить скин. И эту пятерку ставите на 1000 миллисекунд, понятно? Чтобы... Типа, пока откроется клавиатура, чтобы задержка была хотя бы какая-то. И вот я поставил 5 голды. Вот 6.7. 5 голды 20, да? И ставите 8. 8 ставите на ок или на плюсик. Вот вы на, вот нажали. И нажимаете создать. 9 на счет создать. И все. И вы ждете. И 11 нажимает отмену. Смотрите, вот сейчас я вам покажу. Я вас впускаю к автокликер. Вот он нажимает. Оп, все, вот ждем. И последнее хочу показать, смотрите, вот у меня 10 я просто нечаянно поставил, 11, а вот, смотрите, короче, у вас будет не 11, у вас будет 10 будет стоять вот тут, а вот, 10 у вас будет стоять тут, но я его поставлю тут, потому что я нечаянно его сделал, мне типа он не нужен. Вы ставите, вот допустим, вот тут где 11, это 10, для вас это будет 10, вы 10 можете, вот 11 у вас не будет. Вот, если у вас будут... Представьте, что это 11, это 10. После 10 чего у нас идет 9. Значит, вы 9 ставите на 10 секунд, понятно? У меня на 500 секунд, но я поставлю на этот... Но у вас должно быть 10 секунд, потому что у меня, типа, помните, короче, понятно. Вам, короче, за место 1, вот, у вас будет 10. Вы после него число 9 ставите 10 секунд. Вот, вот 10, вот 10. Готово. И секунд, вот. Тут есть миллисекунды, секунды и минуты. Вот вы ставите секунды. И смотрите, что происходит. Потом, короче, приходит 10 секунд, и продают вот этот калаш. Вот, оберет, оп. И смотрите, вот, я так все буду делать. Вот, все, он сам все делает. А, ну, бывают такие браки происходят, типа, иногда залагивает. Вот, все, идет загрузка. Ждем. Вот сейчас проходит 10 секунд. Вы
Смотрите, тут есть один нюанс. Видите? Когда интернет залагивает, идет долгая загрузка отмены. Долго идет. А так как и мой дальше начать работать, так что надо быть аккуратнее. Смотрите, я, наверное, сейчас поставлю вот 11. Это в 11 вот постоянно побольше, чтобы пока он произошел. Вот, чтобы потом пока загрузка отменилась. Смотрите, сейчас вот мы запускаем его опять. Видите, долго интернет грузит, так что надо хороший интернет еще либо автокликер подстроить к своему интернету. Ну, имею в виду, чтобы он работал, там тайминги посчитывать свои. Вот я тайминги посчитал, и все, и начинается продажа. Короче, тогда я буду, наверное, сидеть сейчас, этот, буду ждать, пока продаст. Покажу его либо вам историю, либо скажу, что-то купили у меня. Я вам отвечал, у меня купит сейчас никакой там, не мой друг, никто. Это реально левый чел. Вот так, видите, не надо залагивать, видите, а типа осмотр калаша начинается. Надо побольше начать сделать, вот, допустим, не 10, а вот 2000. Ну все, вот так пойдет. Я так буду грузить. Так что это хороший способ, реально. Я тут даже покажу. Вот что-то опять залагало, короче. Ладно, сейчас я вам покажу даже историю мою. Вот, чекайте. Вот смотри, сколько это калаш стоит сейчас на рынке. Вот смотри, ну где-то плюс-минус вот 2 голды, да. Вот там за 1 голду 90 день. Короче, скажем, что это 1 голда. И не 2 голды. То есть, смотрите, я вот захожу и рынок. История. То есть сразу, кстати, с комиссией, смотрите, продажа. Я, конечно, продаю за 5.20, и получается комиссия еще голда. Вот смотрите, и вот, и мне чуть-чуть за 4, вот за 2.56, я, конечно, за 3 голды 20. Продавал, это получается, я в окуп уходил на 50 мини-голды. Смотри, сколько раз продавал. Смотри, сколько продал уже. Это, конечно, не 5 голды, но за 5 голды очень трудно продать, но продается, типа, он даже вам показал. Ну, короче, и, короче, наверное, сделал сейчас, подожду, пока, значит, кто-нибудь купит, и покажу скриншот или результат истории. У меня сейчас не получилось. У меня, конечно, не получилось пока, потому что у меня что-то кликер слетел. Вообще что-то перезаходить стандов не хочется как-то. Ну, короче, этот способ работать, вы видели мою историю. Типа я могу вам, если что, потом как-нибудь в следующих роликах, когда я буду, показать вам скриншот, как мне купили, если, конечно, подойду, типа успею. Я обычно, когда вот ухожу гулять, короче. Только, смотрите, будьте аккуратнее, поставьте хорошо этот кликер, чтобы он хотя бы... Чтобы он мог забаговаться, вы можете вообще на 3 часа уйти, а потом прийти и ничего не будет, типа. Вот так, этот кликер просто, ну, допустим, вот, допустим, трет вас вообще залагает немножко, он будет долго снимать с продажи, и часть, а у другого, он уже будет дальше идти, этот кликер, типа, он же тоже не знает, как когда останавливается. И, короче, так что может такое быть, короче, ну, как видите, вот он все работает. Видите, какие-то левые челики, я даже не знаю... Если хотите, я вам расскажу, покажу одну историю, сейчас вспомню, с каким-то скином было. Сейчас вам покажу. Оказывается, ну, 6 его ловил, я что-то не помню. Сейчас я его найду. Я найду тут калашки, вот я вам покажу его. Где-то наклеечки были вроде как. Да прям все смотреть. Сейчас вам покажу, вы просто офигеете. Прикиньте, короче, и будьте бдительны, когда вы калаши заказываете и перебиваете цену. Потому что вы можете такого, может, калаш выпасть там с наклейками, с дофига наклейками может выпасть. Вот как у меня, сейчас я вам покажу. Вот он! Смотрите, вот этот калаш, я мог пихнуть его за 5, за 6 голды. Дофига, или даже себе оставить. И смотрите, я вот за 3 голды продал. Такой офигенный калаш, посмотрите, какие наклейки. И словил я по цене, ну, плюс-минус калаш, типа. Словил я, конечно, его прям за маленькую прям цену. Будьте бдительны, когда вы перебиваете заказ, перебиваете цену, то, что вам может прилететь такой скин. Так что будьте реально бдительны, пацаны. Капец, короче.
Мне, знаешь, жалко, когда вспоминаю об этом случае. Мне так прям плакать хочется. Ладно, короче, я вам показал рабочий способ. Если этот способ работает у вас, то пишите в комментарии. А если у вас что-то там опять какие-то проблемы, можете писать в комментарии. Я опять записал, сниму ролик для вас. Если у кого-то там что-то опять не работает. Ладно, на этом могу прощаться. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.